У вас мало времени на поиски интересных ростовских новостей в интернете, но без них мучает любопытство? Тогда мы идем к вам. Всем привет! Меня зовут Геннадий Гордеев. Сегодня в «Подсмотрено в сети» милости, ужасы и нежности. Давайте подробнее. Эти прелестные мини-снеговички были замечены в Ростове на Западном. Конечно, умиляет не только форма скульптур, ну кому могут не понравиться зайчики, котята, пингвинята и медвежата. Очень хорошая идея собрать их вместе, вот прям таю, простите за каламбур. Ну и комментарии довольно-таки милые. «Западный прекрасен», написала Светлана. Отчасти поддержу, ну просто весь Ростов прекрасен, не надо сдерживаться территориально. Виктория заметила, какие у нас люди талантливые. Лиза переживает, как их еще не сломали. А Аня объявила себя автором выставки, так и написала: «Я сделала». Может и она, ну не одна же, правильно? Над материалом явно и природа поработала. Уберите детей от экрана или хотя бы будьте готовы им что-то объяснять. Снеговик в Чалтере со вставной челюстью. Выглядит крипово. Так написали пользователи. Я полностью согласен. При этом Маричка обнаружила пропажу. «Так вот где бабушкины зубы», написала она. А Катерина уже и выводы сделала. Кому-то лещей надают. Полностью согласен с Катей. Если у снеговика прибыло, значит у кого-то убыло. Рано или поздно этот кто-то обнаружит пропажу. И вот тогда наступит время подзатыльников. Ну и волчьи нежности в ростовском зоопарке. Свежие фотокарточки сладкой парочки. Волка Буча и волчицы Альмы. Будут скоро щенки, уже решил Эрик. Влад выразил эмоции. Вай, как же это мило. Милота пушистая, оставила запись под постом Татьяна. Кстати, многие пользователи заметили внешние волчьи изменения в лучшую сторону с приходом зимы и снега. Ну и на сегодня все. Всем новым, интересным, необычным и интригующим из интернета в нашей программе продолжим радовать вас уже завтра. Пока!